Здравствуйте, мои дорогие! Ну что, сегодня будут новые видео и фото от подписчиков. Но первую я хочу вам показать фотографию, какой порядок навел в квартире мой внучок чернявенький, Данте. Это ж надо постараться. И не прячется, главное, а лежит прям на всем на этом. А Леночка мне прислала... Леночка, это которая прислала торты, фотографии тортов от своей сестры Наташи. Красивые такие в цветах. А теперь она прислала мне видео с кошкой. Ничего себе, кошка! Только размеры кошачьи. А так, ну прям, ой! Вот посмотрите. Спасибо, Лена. Сейчас я попробую подобраться к Маше. Это кошка. Очень оригинальная. И она сейчас так красиво спит, что я хочу ее заснять. Вот это у нас такие зубы. Мы похожи на вампира. Это лапы наши так лежат. Это брюшко наше, лохматушка. Это у нас задние лапы и шикарный хвост. Вот, это наша игрушка, подушка и общий вид. Вот я ее снимаю, а она же даже не шевелится. Как лежала, так и лежит. Только глазами щурится. Смешная такая. Не знаю, пригодится кому-нибудь это или нет. Но посмотрите на это чудо из Риги. Вот такие в Риге кошки живут. Подобраны с улицы под Новый год. Сейчас ей уже почти 9 лет. А забрали ее с улицы, ей было годика 2. Жила со своим братом на улице. Брата убили, поэтому ее пожалели и забрали. Чтобы ее тоже не убили. Вот, люди, звери, а наши животные и на животных-то не похожи. Самые лучшие друзья. Неправильный прикус, поэтому и такие зубы. Ну, вампир чистый, еще черная, смешная, не могу. Очень потешная киска. Оксана Кормщикова. Вот она молодец, она мне все время присылает видео. Вот видео шторма. А потом фотография паука кошмарного. Ой, у меня арахнофобия. Ой, я их видеть не могу. Ой, ужас какой-то. Девочки мои дорогие, вы не обижайтесь на меня. Я просто собираю, как соберется побольше видео и фотографий, и выкладываю. Я все вижу. И спасибо вам огромное. Сегодня опять шторм. Свобода для кайтсерферов. Thank you.
Леночка Рощупкина прислала мне фотографии. Тоже из цемента и тряпочек делает кашпо. Какая молодец! Умница! Ну, знаете, как приятно, когда людей заражаешь своим хобби. Мало того, что сама вся в цементе, да, еще хочу, чтобы другие были так же. Молодец, Леночка, спасибо. А я вот тоже вот сейчас вот дораскрашиваю, тоже кашпо у меня будет готово. А это Риточка мне прислала, вот девочка. Вот они с Настей-то ко мне приходят. Вот, она снимала в Черноморске. Тоже очень интересно, когда другими глазами человек видит. Не ты сама, а вот такой взгляд другой. Вот посмотрите. Боже мой, какая девочка чудесная. Ну, просто вот. Ангел какой-то, ну, правда. Обычно в ее возрасте уже совсем другие девочки. А тут такая воспитанная, такая прям, ой. Да и Настя тоже, которая, ну, моложе ее, тоже хорошие очень девочки, очень хорошие. А это видео с белками прислала Наташа. Из города Ревда, Свердловской области. Вот посмотрите, какая у них там природа. Ой, так интересно. Очень прям интересно. Мои хорошие, присылайте. Все порадуемся, посмотрим. Thank you.
Ну, какие белки-то чудесные, какие деревья. Ох, как я хочу в нормальный лес. Господи, как мне надоело степи. Ой. А последняя фотография Наташа написала. Видели бы вы, как я делала это фото. Я представляю, Наташа, практически на земле. Спасибо, моя дорогая. Ну вот видите, вот перепутала. Лена Рощупкина вот, вот эти видео прислала. Зайки, тут напишите. Напишите, чьи те видео. Девчонки, ну я бывает путаюсь, конечно. Я же не могу все упомнить. Уж простите меня. А это Самара. Ну, пока это все, мои дорогие. Спасибо всем огромное. Спасибо, девочки. Спасибо. Волга-то какая, а? Да там Жигулевские горы напротив у них. Ой, какая красотища. Если кого-то пропустила, девочки, напомните мне, не стесняйтесь, потому что пишут мне много и звонят много, и я могу, я вот так-то пролистала все, но могла и пропустить. А так огромное всем спасибо и жду от вас новых видео и фотографий. Спасибо, мои дорогие.